Привет, меня зовут Илья Денисов. Я представляю группу авторов проекта «Рыцарь и волк». Наш проект – это музыкальное и художественное произведение, рассказывающее историю о выборе пути и цели, о поиске счастья и о том, можно ли его достичь, если следовать за мечтами. Центральная часть проекта – музыкальный альбом, созданный мной и моим другом Алексеем Царьковым. Этот альбом основан на моих клавишных сочинениях из разных периодов творческой жизни. Благодаря аранжировке Алексея, эти сочинения удалось интерпретировать для исполнения оркестром и создать, как нам кажется, интересное звучание. Мир рыцаря и волка раскрывается в иллюстрациях и поэзии Александра Денисова, моего отца. Каждую композицию альбома он сопроводил живописью и чувственной поэзией, которая дополняет и раскрывает музыку с помощью слов и красок. Главный герой поэзии проекта – одинокий рыцарь, лишенный знамени и предназначения. Он с готовностью окунается в неизведанный мир, но теряется в туманах собственных иллюзий. В непрестанной борьбе за право сильного его сердце ожесточается, и рассудок, отравленный ядом лукавых поводырей, уводит его к чертогам чужих снов. История рыцаря – это история странствующего в лабиринте жизни мужчины, который жертвует всем ради мечты, но куда же на самом деле приводят амбиции? И почему мечта заставляет искателя чувствовать себя несовершенным? Ему ли принадлежат его грезы? И что с ним будет, когда он достигнет ревностного идеала? Рыцарь и волк.